Всем привет, друзья! С вами Fisherman Hunter. Я вам хочу сегодня продемонстрировать новейшую нанотехнологическую охоту. Вот в древности люди охотились вот с такими вот деревянными веслами. Они изобретали их как бы по разным методикам, как бы проводили эксперименты, как бы. И вот, вот чтобы вот с такого вот весла попасть, надо сделать корректирующие два отверстия, вот эти вот два отверстия. Они как у стрелы, два пера на конце хвостовике, короче. Они пропускают воздух. И вот с вот этого весла я сейчас постараюсь стрельнуть самую первую попавшуюся утку. И если я ее собью, то это будет нечто, друзья. Так что давайте будем наблюдать за мной. Все, давайте, ждем. Хуя себе, весло утку убил. Друзья, видали? Охренеть, блядь. Вот это, блядь, топовое видео, блядь. Ребята, с опережением взял. Захуярил утку, нахуй. Охуеть, блядь. Айда сюда. Во, блядь. Хуя. Вот этот Fisherman Hunter дает, блядь, широконоску молодую захуярил. Хоть и не открытие, блядь. Но... Подруга, извини, конечно, зачем ты здесь летала? Вот, друзья, я просто вот в шоке. Давайте вот это видео в топ выгоним, пожалуйста, по просмотрам. Вот, ну надо, чтобы у меня видео стрельнуло, друзья. Можете ставить дизлайки, можете ставить лайки, охотники, кто. Оцените, пожалуйста, выстрел с одного весла. Вот оно, одно прекрасное весло, друзья, пожалуйста, оценивайте. Давайте, пожалуйста, ребята, ну... Ставим вот такой лайк. Fisherman Hunter, подписываемся. Смотрим рыбалку и охоту. Наслаждаемся видосами. Я же обещал вам, будет дальше интересней. Друзья, что мой выстрел? Сломал, короче, ей крыло. Вот. Сейчас буду добивать. Уточка, извини, пожалуйста, блин. Друзья, не повторяйте, пожалуйста, такие трюки. Это нехорошо. Я просто хотел ее пугануть. Ну, это для егерей, что пугануть хотел. На самом деле, это я уже второй раз так стрелял с весла. И получается, что я с двух выстрелов забил утку. Вот. Блин, сломанное крыло у тебя, подруга. Со сломанным крылом утка. Блять, друзья. Тут я порыбачил, короче. Ребятки, я передаю эту эстафету любому охотнику, который хочет доказать, что это очень просто сделать этот выстрел вот с такого весла. Именно вот с такого весла ты должен стрельнуть. Именно с такого, с двумя дырками, потому что по-другому не будет считаться. Это деревянное весло с корректирующими отверстиями, друзья. Так что вот давайте. Я хочу, чтобы сделал это ты. Понял? Вот именно ты, который смотришь. Хули ты лыбишься, пацан? Ты не лыбься давай. А ты, дядя, вот так усы свои заворачивай давай. И, короче, стреляй. И сделай мне видеоответ, пацан. Если ты настоящий охотник, и ты можешь выжить в тайге без двухстволки, или одностволки, или хотя бы даже вот такой четырехстволки горизонтальной, то ты должен сбить утку веслом. Ты понял? А теперь я обращаюсь ко всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ребята, пожалуйста, поделитесь этим видеороликом. Вот прям вот возьми и поделись в социальной сети, в Одноклассниках, ВКонтакте, в WhatsApp скинь. Пожалуйста, поставь лайк или отстой. Оставь свой комментарий, если тебе понравилось. Поставь колокольчик на мой канал и обязательно подпишись. Пожалуйста, ребята. Пожалуйста. Вот реально прошу, пожалуйста. Пожалуйста. Кто-то взялся у нас. Вот она, вот она, вот она, родимая. После окуня взялась щурочка. Чурогайка взялась у нас. О боже, это уж супер класс. Ловил ее на воблер я. Поймал я утку без ружья. Закинул пару раз веслом и попал ей в глаз.